Всем привет! С вами Кофе и Ролл. Это вторая часть новости о ютуберах. Ну, у меня не новости, а как... Ну, сегодня тоже требуют ютубера. Это получается как... Что не за видео, кто не смотрел. У нас сегодня зверьё. Зверьё, у него здесь влоги, декабрь. Там много обзоров, много экспериментов, там много, где-то он ездит в другие страны. Здесь много у него, его на жизни очень много. Даже вон, смотрите. Всем привет, сегодня вот. Как делают схемы. Каждый из этих ребят сидит и работает вот. Над разными проектами. Такой. Офигеть, в этом влоге я вам все покажу, так что... Ставьте оценку, пишите комментарии. Ну такой, да. Поехали, смотри. Ну, здесь такой, да. Много у него видео про обзор. Вон. PlayStation 4, там, ПК, как он играет. Игры. Фильмы, где-то он говорит. У него много, можно сказать. Мы пошли второму. Так, второй это Янго. Вы здесь можете тоже угара посмотреть. Все ссылки будут в описании. Там переписывается с друзьями. Гличи играет, там влог делает. Ну, короче, много. Ссылка будет на него в описании. А мы погнали дальше. Третий это Хелдор. Вы здесь можете много угара найти. Много эпика. Много игры там играют всякие. Например, GTA 5. Например, GTA 5. Вот скажу. Че? Вот такой. Едете посередине? Окей. И в одно время мы нажимаем ЕС, Антона. Вот такой. И вот. И вот здесь. А, плейлисты. Много игр. GTA, пасхалки. Много, короче, много. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем добро. Всем пока. А вы?